Обращаюсь к Зеву, к министру высшего образования, Зеву Элькину, встретьтесь с нами, потому что то, что вы сегодня делаете, вы встречаетесь с Агудота студентом, они не представляют студентов, они представляют чисто свои интересы. Во время короны, когда мы боролись, и мы делали митинг, и мы делали манифест, они думали только о том, как сохранить свои кресла, и они думают об этом до сих пор. Надеюсь, министр вас услышит. Я очень надеюсь. Кирилл Каретник, один из организаторов протестной акции израильских студентов. Большое вам спасибо за участие в программе.